Привет, я Мира, а это Соня, наша собачка. Это моя мама. Блинчики. И папа. Пап? Мой старший брат Гоша. А здесь мы любим поговорить. Надо идти. Ага, они вот-вот приедут. Кто? Бабушка с дедушкой. Они сегодня остаются с нами. Мама с папой идут по делам. А мне на урок русского. Ты ходишь на уроки? Вот почему ты так хорошо говоришь. Увидимся. А моя бабушка с нами не остается. Говорит, что уже слишком старенькая. Она что, болеет? Не знаю, вроде бы нет. Но бабушка часто говорит, что старость, как снег, приходит внезапно. Что скоро все зубы выпадут и песок посыпется. Что к старости рога вырастут, и никому она не будет нужна. А еще я прочитал, когда человек становится старше, у него пропадает часть рецепторов. Это такие маленькие точечки на языке, которые передают вкус еды. Я не хочу терять точечки. И не хочу стареть. Пожалуйста, не старейте! Мирочка, ну ты что? Что такое случилось? Ева рассказала, что бывает с людьми в старости. Я не хочу, чтобы у вас песок сыпался. Давайте во всем разберемся. Мы уже сильно опаздываем. Уйдите, мы сами во всем разберемся. Ну, что там за истории? Расскажите. Как это? Становиться старше? Не старше, как я и Мира каждый год, а старее? Ева сказала, что к старости зубы выпадут и рога вырастут. Рога – это точно неправда. А с зубами может быть всякое. Поэтому так важно их чистить каждый день. Когда человек становится старше, с его телом происходят разные вещи. Я плохо вижу без очков и часто хуже слышу. Я уже не могу так быстро бегать, как раньше. В детстве я обожал прыгать в озеро с тарзанки, разогнаться с берега, как полететь и плюхнуться в воду. А я по деревьям лазала лучше всех. Меня ни один мальчишка не мог догнать. А теперь вот правая рука стала по утрам болеть. Значит, вы чаще болеете? Не совсем. Мы реже подхватываем вирусы. Наш организм уже переболел многими болезнями за всю жизнь. И его трудно удивить. Наш иммунитет стал сильнее. Есть люди, которые скучают в пожилом возрасте, но нам с бабушкой весело. У нас теперь много свободного времени. Мы же не ходим на работу и можем больше быть друг с другом и с нашими друзьями. Если бы я не ходил в школу, мне было бы тоже весело. Сейчас я могу потратить весь день на чтение и закончить книгу за 3 дня. Сколько же сказок ты можешь прочитать за месяц? Очень много. А я, наконец, занялась йогой. И рука стала болеть меньше. И еще. Смотрите. Ух, зубы же ломит. А вот и нет. Представляете, с возрастом зубы становятся менее чувствительными. Так что я спокойно могу кусать мороженое, а потом пить горячий чай. Когда я стану бабушкой, я буду есть много мороженого и смотреть мультики. Оказывается, старость – это совсем неплохо. Это как детство. Только не надо рано ложиться спать. Именно слово «старость» часто пугает людей.
поэтому я решила называть его по-другому. Время радости и ничего не деланья. Ну, не знаю, у меня много дел. Ко мне сегодня приходит ученик. А, вот и он. Пообедай с нами, а потом будем учиться. Всем привет! Знаете, чего нам не хватает? Чего? Мы разучились играть. Научите нас играть во что-нибудь. Ура! Давайте искать сокровища! Мира, Гоша, обед готов. Сейчас вернусь. Смотри, просто ешь. Не поможет. Вот и славненько. А зря, у меня витамины. Спасибо, но нет. Поели? А теперь печенье. Кто будет? Я буду! И я! И бейби, и бейби! Вкуснотища! Ой! Что? Опять лук? Фу! Нет! Соня, ты ни в чем не виновата. Это я. Почему я должна есть лук? Он противный. Ты не любишь лук? Это нормально. Я его тоже в детстве не любила. Почему ты честно не сказала бабушке, что не любишь лук? Бабушка готовила, старалась. Я боялась ее обидеть. Ты можешь сказать нет, когда ты хочешь. Ты можешь что-то не любить. Так просто.
просто, без хитростей? Да. Получается, что я могу есть то, что нравится, и бабушка будет мне готовить шоколадную кашу на завтрак, и суп из карамелек, и печенье на обед. Конфеты, конечно, очень вкусные, но пользы в них мало, а в больших количествах сладости даже вредны. Вот лук полезный, но заставлять себя через силу есть то, что противно, тоже не стоит. Надо стараться соблюдать во всем баланс. Бабушка, не давай нам больше, пожалуйста, этот противный лук. Мы его совсем не любим. Вообще-то он полезный. Ну, мам. Ладно, ладно, поняла. Попробую без лука. Хотя, как вообще без него готовить? Нет, только не это. Давайте быстрее, у нас мало времени. Почему мы не можем поехать с вами? Вы же берете с собой Бэйби. Потому что она спокойно посидит в тележке, а вы будете бегать по магазину и отвлекать нас. А старый шкаф куда денете? Выбросим, он же сломался. Здравствуйте, мои дорогие. Я уже готова. Можем выезжать. Дети, будьте умницами и не разбомбите весь дом. Мы разбирали шкаф и нашли для вас подарки. Они у дедушки. Мы скоро. Ну рассказывай, дед, кто сломал шкаф? Его сломало время. Пойдемте, я покажу. На самом деле, шкаф можно было бы починить. Я предлагал бабушке, но они с вашей мамой решили, что современная мебель лучше. Да и возиться не надо. Тебе его жалко? Да, с ним связаны теплые воспоминания. Мы купили его в год нашей свадьбы. А вот и подарки. Я играл им в детстве. Посмотрю. А это любимая кукла бабушки. Ух ты, какая красивая кукла-фигуристка. Будь осторожна, она фарфоровая, может разбиться. Хорошо. Соревнования по фигурному катанию. Чемпионкой становится... Ой! Ничего не получается. Тебе помочь? Разбилась. Бабушка будет ругаться? Ругаться не будет, но расстроится. Вот что, я попробую ее склеить. Давай просто новую купим. Другую, лучше, современную. Понимаешь, Мира, когда мы с бабушкой были детьми, игрушек было мало. Мы очень дорожили своими солдатиками, куклами и машинками. Они становились нашими друзьями. Зато сейчас игрушек полным-полно. Хоть каждый день новые покупай. Да, с одной стороны, это хорошо. Ребенок радуется, когда ему дарят игрушку. Но потом он видит другую и хочет ее. И вот игрушки, с которыми дети и поиграть-то как следует не успели, сваливают в огромные кучи на свалках. Но мне всегда хочется новые куклы, а старые быстро надоедают. Это потому, что мы не умеем с ними дружить. Как это, дружить с игрушкой? Ну, для начала дать ей имя, придумать, какой у нее характер, чем она любит заниматься. Кстати,
Вот я и заклеил нашу куклу. Ой, бабушка все равно заметит и расстроится. И как я буду играть с разбитой куклой? А что если... Она участвовала в соревнованиях, стала чемпионкой, но сломала ногу и руку. И ее надо полечить. Ей же нужно срочно наложить гипс. Вот и скорая помощь подъехала. Дедушка, я повезу ее в больницу. А ты дай мне, пожалуйста, бинт. Ты же знаешь, где он лежит у бабушки. Конечно, доктор. Сейчас найду. Давайте переложим больную на операционный стол. Ассистент, передайте мне скальпель. Вот. Бинт. Так, теперь руку. Готово. Операция прошла успешно. Браво, доктор Мира. Знаешь, дедушка, так мне кукла даже больше нравится. Хочется о ней заботиться. И у вас с ней есть история. Эх, новый шкаф привезли. Ну, как вы тут втроем? Надеюсь, не разбомбили весь дом? Мы в порядке. А где же новый шкаф? Бабушке ни один не понравился. Какие-то они все современные. Я решила, что ты прав. Вызовем мастера, и он починит нам дверь. Зачем мастера? Мы с дедушкой сами все починим. У нас же инструменты есть. Вот и дело на вечер. Помоги лучше бабушке. Ну что, везете нашу принцессу? Принцессу? Ждем, ждем. Ой, а нарисуй-ка лучше открытку. А где же я? Та-дам! Заходи. Интересно, какая она? Кто? Бэйби. Маленькая и милая. А может быть, нет. Может быть, она будет все время у нас все забирать. А мама с папой будут ее защищать, потому что она маленькая. А вдруг нас заставит ходить с коляской? А еще она может занять мою комнату. Не думаю. А если они теперь будут любить только ее? Что тут происходит? Я боюсь. Ой, я очень хочу тебе помочь, но я ничего не понимаю. Постарайся успокоиться и рассказать. Это Бэби. Все будут любить только ее. Малыши всегда любят больше. А почему вы так решили? Мама и папа с этими малышами всегда носятся. Я видела на площадке. Представляете, если бы мама и папа так обращались с вами. Нет. А если мама и папа будут всегда ее защищать? Я думаю, вы все будете ее защищать. Тогда чего вы боитесь? Что они будут любить ее больше. Знаете, любовь как шоколад. Чем больше, тем лучше. Ведь когда-то у нас не было Егоши.
А потом он появился, и любви стало больше. И правда. Я смогла с ним играть. И с Бэйби тоже будем играть. Может быть, в принцесс. Можно. Но это будет не скоро. Пока она еще будет очень маленькой. А пока вы сможете помогать маме и папе с малышом. Как? Выбрать для Бэйби одежду, принести бутылочку, выбрать цвет соски, покормить с ложечки и из бутылки. Еще ее надо будет учить ходить, играть, ползать. Какая малюсенькая. Какой взгляд умный. Ну, копия папа. А мне кажется, в маму. На Миру маленькую похожа. Для взрослых. Я поняла. Любовь не делится, она умножается. Я обещаю, что всегда буду вас так же любить, как раньше. И кажется, даже больше. Надежда Николаевна. Семен Семенович. Приехали! Наконец-то! Ух ты! Мам, как вы ее довезли? Малиновая. Моя любимая. Что это ты не встретила нас? Где Гоша? Тиранозавр. Мира! Ой, бабушка! Это книга Гоши. Я только на минутку взяла. Смотри, динозавры жили 350 миллионов лет назад. Это когда ты была маленькой? Ну, не такая уж я и старая. Ну и ребенок у вас. Чудо в перьях. Где моя внучка? Я так соскучилась. Видимо, только по дедушке. Со мной даже не поздоровалась. Так, что у вас с едой? Ну, как всегда, ничего серьезного. Я привезла фарш. Сейчас будем делать котлеты. Мам, спасибо. Да и мы только что пообедали. Ничего страшного. Домашние котлетки никому не повредят. У нас так много еды, да и столько хлопот с котлетами. Не нужно. Нужно. Детям необходимо мясо, это белок. Надежда Николаевна, какая прекрасная идея. Я так люблю ваши котлеты, всю неделю о них мечтал. Я буду помогать. Хорошо, только помой руки. Без телефона в руках будет проще. А помнишь, мы жили на море, и ты сделала целое ведро котлет? Помню. Все говорили, что нам столько не съесть до конца лета, а мы съели за один день. Сколько мне тогда лет было? Да вот, примерно как Мире сейчас. Это правда была наша лучшая поездка на море. Мама, мне же надо выбрать платье. Миру пригласили на день рождения. Отведу ее вечером. Котлетки почти готовы. Очень красиво, внученька. Но в гости в таком идти нельзя. Почему нельзя? Не знаю. Мне кажется, можно. Девочки, я как раз вам новые наряды привезла.
Померь, Мирочка. Культурное платьишко. И ручки прикрыты, и длина хорошая. Привет, ба. Он сегодня не в настроении. Что значит «не в настроении»? Сейчас будут котлетки, и настроение поправится. Я не хочу котлетки. Я хочу яблоко. Да что же это такое? Что тут у вас творится? Я стараюсь как лучше. А вы? Кто тут бабушку обидел? Никакого уважения. Дети не научены вежливости. Что хотят, то и делают. Что хотят, то и говорят. В наше время дети себе такого не позволяли. Надежда Николаевна, а котлеты уже готовы? Я такой голодный. Готовы, только никому мои котлетки не нужны. Ах, конечно, нужны, мама. Просто мы только что обедали, я тоже их очень люблю. А когда я голодная, твои котлеты мне кажутся самыми вкусными на свете и напоминают детство. Но с детьми тебе все же надо быть построже, а то они какие-то невоспитанные у нас. Бабушка, я буду 4 штуки, оставишь мне? Да я еще нажарю. А что значит невоспитанные дети? Невежливые, как ты говоришь. Вежливость выглядит по-разному в разных культурах. Это означает, что есть разные нормы и правила поведения между детьми и взрослыми, да и в целом между людьми. Вот если бы мы жили в Японии, то вы бы приветствовали бабушку и дедушку у двери, обращались строго на «вы», не кричали бы и не прыгали, когда у вас гости. Просто потому, что они старше и за любой подарок много раз благодарили. Это называется культурная норма. А в современной Европе, например, в скандинавских странах, культурные нормы совсем другие. Можно на равных общаться со старшими и высказывать свое мнение. Мне нравится, как в Скандинавии. А мне, как в Японии. А нам, как быть воспитанными? Я сама запуталась с этими вашими новыми правилами. Бабушка, ты знаешь, мне понравилось платье, которое ты мне привезла. Я его надену в школу. Но сегодня у нас карнавал. Костюмированная вечеринка, понимаешь? Карнавал? Ох, какие карнавалы были у нас в детстве. Бабушка, да ты специалист по карнавалам и по вежливости. Смотри, что у меня есть. Красиво, скромно и со вкусом, внученька. Спасибо большое, любезная бабушка. Это так красиво. Котлетки! Убавить огонь! Надо налить воды! Туши его! С бульончиком будет хорошо. Ничего, я и горелыми ваши котлетки люблю. С корочкой даже лучше. С коляской? Ты что, девочка? Где вы так долго? Я тут один с ней сижу. Да, что-то задержались. Все в порядке? Да, но у меня есть дела поважнее. Не ваши, девчачьи. Ох, сколько дел. За день должны успеть. Девочки вроде розовое любят. Ну, девочки бывают разные, как и мальчики. О, да! Я вот в молодости ходил с длинными волосами. Сколько же я наслушался! А когда я пошел в школу учителем русского языка, мне все вокруг говорили, что я выбрал женскую профессию. А сколько раз я говорил своим ученикам, что если они не любят драться, то это не значит, что они слабые. А мне друзья не верили, что у меня мама химик, и мы дома опыты делаем. Mm.
Но ведь есть же мужские занятия. Вот мы, например, сейчас делаем ремонт, а мама с девочками ушли. Да, и в то же время я чаще готовлю. Это странно. Готовить должны женщины. А что должны мужчины? Уступи, я же девочка. Должны уступать. Я же девочка. Не расстраиваться по пустякам. Ты же мальчик, это игры для девочек. Красивая одежда только для девочек. Мальчики не боятся. Жаловаться не по-мужски, обижаться тоже. Не играй в это для девочек. Не плачь, ты же мальчик. Розовая? Фу, это не для мальчиков. Большой мальчик, а все к маме. Это слишком. Так что еще должны мальчики? Я не знаю. Я запуталась. Я в детстве обожал играть в детскую кухню и катал коляску. Мама всегда говорила мне, что я буду хорошим папой. И что? На тобой не смеялись? А я не помню. Помню, что мне было интересно. Мне и сейчас интересно быть папой. Просто очень неприятно, когда кто-то смеется над тобой. Это правда. Но, скорее всего, просто кто-то когда-то посмеялся над ними. И они теперь делают так же. Ну и что? Из-за того, что над ними смеялись, они теперь боятся делать то, чего хотят. И правда. Кто-то хочет каскадером стать, кто-то любит теннис и футбол, кто-то хочет только рисовать, кто-то обожает рок-н-ролл. Главное, что он себя нашел. И жили они долго и счастливо. Спокойной ночи, сладких снов. Я люблю. И я тебя сильно-сильно. Подписывайтесь на наш канал. Это просто и важно.